На футбольном поле стадиона «Спартак» в Чебоксарах впервые после реконструкции провели матч. На обустроенном по стандартам FIFA футбольном поле уже состоялся первый матч. Чебоксарский «Спартак» сыграл с командой «Ротор» из Кугеси. Победа осталась за первыми. Поболеть за любимые команды, а заодно и оценить качество поля, засеянного натуральной травой и новых беговых дорожек, пришли сотни болельщиков. На сегодня в Чувашской республике подобного поля, я имею в виду такого качества, на сегодня нет. Уровень подготовки нашей базы соответствует не первенству, не чемпионату Чувашской республики, а как минимум, я подчеркиваю, это чемпионату России, ФНЛ, вторая лига. Для того, чтобы нам в ближайшие 3 года работать, в принципе, у нас все деньги вложены. Сейчас деньги надо вкладывать в кадры, в покупку инвентаря и экипировки, в сборы, командирования, выезды. В соответствии с требованиями FIFA поле было расширено. Верхний слой земли сняли, чтобы уложить систему автоматического орошения газона. Система освещения также была полностью обновлена. Татьяна Филатова, Республика.